Самый масштабный праздник прошел в обновленном парке Гагарина. Тысячи самарцев пришли, чтобы погулять, съесть сладкую вату и покататься на аттракционах. С 11 утра до часа дня все карусели работали бесплатно. 3 минуты страха и дополнительная порция адреналина. «Орбита» в это воскресенье стала самым популярным аттракционом. Только за первые 3 часа работы на ней покатались около 1500 человек. Те, кто отстоял в длинной очереди на аттракцион, делятся опытом, где кататься интереснее. Чтобы повеселиться, погулять здесь, покататься на аттракционах. Какие любимые аттракционы? Ну, летающая тарелка там, вот ракушка, да. Батуты. Делать на них сальто. Самое страшное? На клоуне. Самое страшное – это нигде. Было чем развлечь и самых маленьких жителей города. Ой, нам понравился очень сильно праздник, великолепный. Вообще устроили для детей, для всех жителей города Самара. Все аттракционы очень хорошие. Ну, конечно, не все по нашему возрасту, но мы стараемся подбирать. Ну, я думаю, что он еще маленький пока, и нехорошо еще понимать, что происходит. Ну, я думаю, что ему нравится кататься. Да. Мне понравилось на машинках кататься, и я сидел за рулем. На концертной площадке гостей парка развлекали танцевальные и песенные коллективы, фокусники и иллюзионисты. Самые активные самарцы за участие в конкурсах получали подарки. В новом сезоне жителей города ждет еще масса сюрпризов. Масса творческих коллективов, которые сегодня уже заявили о своем намерении о сотрудничестве с парками. Это и Волжский народный хор, это и фестиваль уличных театров, которые традиционно у нас проходят в парке. Но на самом деле их огромное количество. Также в этом году в парках Самары продолжат реализовывать ряд проектов. Утро чемпионов, ретро-беседка и праздники для детей. Здесь можно будет и потанцевать, и коллективно размяться. Мария Иваткина, Иван Карпов. События.